подняли заявки, они тем более это будут такие новые здесь дома, да? Да. А там ключевой дополнительный подход к детскому садику у нас не делаем. Ну, то есть получается раз, два, вот это три, четыре, вот это четыре, кажется, здесь большая работа. А вот, по-моему, самая большая, самая контрактная. Да, 9, почти 10 миллионов. Почти 10 миллионов, да, если там три раза перечерчивали проект. Потому что... Вот здесь я вот так посмотрел, по этим всем каких-то таких серьезных проблем нет, да? Нет, абсолютно. Ну, можно жителей, наверное, спросить. Устраивают управляющую компанию. Нет. Жители, наверное, какие проблемы? Нет, наверное, спросить. Здравствуйте. Столбы? Здесь открытую парковку, да. Теперь столб. А я, насколько я знаю, сметная организация, вот эта, которая делает ремонт, у них нет работы на этот столб, они не знают, что с ним делать. Я могу ответить, если можно, да? Смотрите, мы в МРСК обратились, данный стол будет у вас огражден бордюром, но демонтировать его в связи с коммуникацией МРСК сказала нельзя, не представляет возможным. Собственником данного столба является МРСК, поэтому мы не можем залезть на чужую территорию. Нам надо с МРСК переговорить. Из-за этих команд, которые не провода все. Вот полностью вся разводка, которая идет. Ну, она, видишь, полностью идут у них вот. Да. Это же не один этот идет. Конечно. У них же полностью. Ну, мы решили бордюром огородим, например, и сделаем полностью стоянку. А куда бы вы хотели его перенести? Эстетически и удобно для комфорта было заезда, я согласен. Что им мешает дальше перенести? Ну, чуть больше провода. Ну, надо удлинить соединение. Да, будет, может быть, как-то удлинение. Сипа здесь немного, сип только один приходит, а это же обычная алюминиевая. Поинтересуемся, это логично, конечно, стол же тут посреди стоянки. Получается, это как бы бордюр, а этот если уходит, здесь такая, получилась бы большая стоянка. Туда сместить к трансформаторной легко. Спасибо, вот нуждался очень давно. Как я кому написал, наконец-таки спасибо, что обратили внимание. Не, ну и дом, что здесь на капитальный ремонт перенесли по срокам, потому что там было обращение к президенту, было и к нам обращение. Это вы, да, мы все. Ну вот, что дома, да? По срокам перенесли, видите, вам как. И из-за того, что вам капитальный ремонт, и всем еще и здесь территорию. Да, очень огромное спасибо, что к нашему обращению отнеслись очень быстро, делается все. Я говорю, что и было поручение президента, по этому поводу уже обращались в адрес президента. Президент отреагировал на вашему. Да, поэтому... кстати, очень быстро. Ну, видите, как хорошо. А кто же капитальный ремонт? А сколько лет дому? Про комфорт. А дому сколько лет? Нашему 60. 60 лет. Да. Рядом с такими сейчас красавцами. Да, конечно, центр города, это обязательно, конечно. Центральная улица. Вот расширение проводим. Да, что это возможно. Так как представитель старшего дома, вот Кирова 28, у нас требуется замена окон в подъездах. Они 64-го года. Это... Я их самыл, нет, и они вообще могут управлять. Позвольте, я вам скажу честно. Сейчас управляющая компания. Жилищный. Как директор управляющей компании, у нас внесено в план замена окон. Спасибо. Это будет на конец августа. Видите, как просьба быстро решается. Только озвучили. Жилищник все критикуют, а он тот раз сразу говорит, в августе уже замену окон планируется. Сейчас мы на Ленково 77 там заканчиваем окна делать по подъездам и переходим уже на ваши. Спасибо большое. Еще просьбы есть? Я очень рад приехал. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам большое.